Добрый день. Я представляю компанию Rufilms Innovation. Меня зовут Алексей Козуляев. Я генеральный директор компании. И второй по объему инвестор. Кроме меня здесь на выставке присутствует Елена Конотопова. Это наш основной инвестор компании. А наша компания занимается созданием так называемых когнитивно-эргономичных устройств. Вот одно из них у меня на руке. Это миобраслеты, которые являются, расширяют способности человека. А также мы занимаемся совместно с Департаментом инновационного развития правительства Москвы обслуживанием интересов инвалидов, созданием специальных обучающих комплексов для этого. Мое впечатление от первых дней JITEX, конечно, выставка очень обширная. И должен сказать, что за это время нам уже удалось провести более 35 переговоров за полтора дня. Конечно, немного устаешь, но, как нам кажется, это весьма результативная вообще поездка. Нашими целями участия в JITEX является поиск региональных партнеров, а также поиск инвестиций, поскольку наши разработки, как цифровая лаборатория для незрячих, так и браслеты, аналогов в мире не имеет. Ближневосточный рынок сегодня является одним из самых инновационных в мире. Тут это связано с тем, что как с личными качествами правителей стран залива, их заинтересованности в инновациях, так и с тем, что этот регион после начала известных событий стал центром инвестиционной активности в мире, постепенно заменяя Силиконовую долину и Швейцарию. Мы работаем с Московским экспортным центром 4-й год. Часть нашего сотрудничества пришлась на эпоху ковида. Мы участвовали в онлайн-миссиях, но последние 2 года мы активно сотрудничаем в миссиях, связанных с поездками. И, как мне кажется, Московский экспортный центр достаточно много делает для представления российского предпринимательства в самых разных отраслях по всему миру. Я оцениваю работу операторов МЭЦ на этой выставке как весьма позитивно, равно как и подготовительную работу, выполненную Московским экспортным центром. Здесь нельзя объять необъятное, но они сделали максимум из того, что можно было.